Заметьте, почему пиарат? Потому что он обращается... Я нормативную лексику. Да, это нормативная абсолютно. Пиарат – это пиар аса. То есть ас пиара. Геннадий Балашов однажды придумал такой интересный термин, как пиар-ас. То есть это ас пиара, тот, кто в пиаре достиг самого высшего мастерства. И вот патрульная полиция города Кременчуг в плане пиара попыталась сделать нечто похожее. Не знаю, конечно, как вам, но мне кажется, что пиариться на детях, на маленьких, невинных детях, это просто низко и мерзко. И в этом ихнем социальном ролике они выглядят такими, ух, прям огонь. А на самом деле они выглядят вот так. Я не успел ознакомиться. Для ознакомления мне представьтесь. Рахманов Владислав. Не надо мне в лицо тыкать, да, на расстоянии. Я вижу. Отойдите дальше, пожалуйста, от меня на дистанцию. Руки свои уберите от меня. Не подходите, дистанцию. Я вам обозначаю дистанцию метр. Чем? Вот, метр. Отойдите. Это мое личное руки пространство. Уберите от меня, не трогайте. Не подходи, меня. Я не буфет, не надо на меня личное переть. Ваше пространство у вас дома будет. Я вижу, как ты знаешь. Что первая статья, 71 статья? А что говорит 343? А? Чего? Чего? Кодекс как... Украины про административные правопорушения. Алло, здравствуйте. Да. Товарищ старший лейтенант, а можно поинтересоваться? Да. Вы персональные данные человека записали, что это за листочек. Да. Вы знаете, что это нарушается? Да. Мне допомога информационная нужна. Куда вы записали персональные данные человека? Службовый планшет. Какой? Это службовый планшет, вот это листочек. А то что там написано, понимаете? Листочек, это службовый планшет. Что там записано? Как это не по. Вы нарушаете законы, я не повинен знать. Вы знаете? 02.10.2008 в місті Кременчуці, вулиці Набережного лейтенанта Дніброва, 99. Це розгляд справи, бачите, що тут проходить, на цьому місці. Дивіться, мною, поліцейським роти номер 2, патрульно-патрульної поліції в місті Кременчуці, управління патрульної поліції Полтавської області, сержант поліції Рахманов Владислав Леонідович. Він розглянув справу щодо особи водія Карпенка Вадима Андрійовича, адвоката 06.10.2010 року народження в місті Кременчуці, який проживає в місті. Освещаем водителя вашей ЕХ и номер 16 56 79
Что раз, державный номер не знаю, где есть 7510 є. Ты разбираешь, что он говорит под нос себе? Разбираешь что-то? Что-то шмутно. Ну вот, пусть сам читает. 02-2018-90-10. А вы могли бы на видео сказать, что произошло, как вас поставили? Как остановили меня просто, ну... Досмотр карманы. Говорю, на каком основании, ничего нет. Ну, это не эти представители, не были мы? Другие. Мы на этом сейчас экипаже, я... Не-не-не, я помню конкретно. Там худенький был один, два человека было. Проверили вещи, я спросил, на каком основании, они мне сказали, все, иди нахуй отсюда, блядь, а то сейчас нарко отвезем. Я спросил фамилию, они не ответили, просто сказали, иди нахуй. 18 раз повторите, вы будете пожалуйста. Заявление писать? За раз, то, что я хожу. Раз. Вы будете заявление писать, то, что я хожу по земле? Вы будете писать заявление 3. За то, что я хожу? 4. Вы будете писать заявление за то, что я хожу? Вы будете 5. Заявление писать за то, что я хожу? 6. Вы будете писать заявление за то, что я хожу? 7. Вы будете писать заявление? 8. Вы будете писать заявление 9. За то, что я хожу? Вы будете писать 10. Заявление за то, что я хожу? Вы будете 11. Писать заявление за то, что я хожу? 12. Вы будете писать заявление за то, что я хожу? 13. Вы будете писать заявление за то, что я хожу? 14. Вы будете писать заявление за то, что я хожу? Вы будете писать 15. Заявление за то, что я пишу? Вы будете 16. Писать заявление за то, что я хочу? Вы будете 17. Писать заявление за то, что я хожу? Ну, лично мне добавить нечего. Если вам есть что добавить, то, пожалуйста, можете написать об этом в комментариях.